вкусно, качественно и полезно. Так отзываются посетители выставки ярмарки в экспоцентре «Мир женщины». Магазин «Край рыбы Камчатки» – постоянный участник выставки и уже давно завоевал сердца потребителей. Поэтому здесь всегда многолюдно. Некоторые покупатели приходят в магазин приобрести любимые деликатесы. Я взяла чевычу, белугу и белорыбица. Вы рыбная душа, да? Ой, да, да. На 8 марта себе. И мужа порадую. Популярностью пользуются деликатесы типа кальмары или лососевых рыб. Все выловлено на просторах нашей страны. Продавцы даже предлагают покупателям попробовать продукцию, оценить ее качество. Также одна из самых популярных у покупателей – рыба белорыбица, горячего и холодного копчения. Рыба мало того, что вкусная, но еще и полезная. Покупатели разбирают ее буквально в первый день. Вот очень хорошая белорыбица. Я ее все заберу. Да, а чем? Почему она такая вкусная? Она вкусная очень, не такая соленая. Понимаете, мне вот дети любят с блинами. Я блинчики пеку. Блинчик напеку целую кучу. И вот они берут это и заворачивают эту белорыбицу. Вкуснятина необыкновенная. Всего же в магазине «Икра рыбы Камчатки» представлено несколько десятков видов рыбы. Палтус, белуга, скумбрия, чавыча и многие другие на любой вкус. Вся рыба в меру жирная и соленая. Просто тает во рту, говорят постоянные покупатели. Кроме того, совсем скоро снова праздник – Международный женский день. Поэтому спешите порадовать своих жен, мам и бабушек застольем, которое не обойдется без рыбных закусок. Ведь правильно приготовленные морепродукты легко усваиваются организмом и сохраняют свои свойства, полезные для здоровья. И мне понравилась очень продукция. Очень свежая, хорошая. Обычно вот какую рыбу берете? И красную беру рыбу, и сельдь, она очень полезная, особенно для женщин. Посетить магазин «Край рыбы Камчатки» можно в рамках 19-й межрегиональной выставки ярмарки «Мир женщины». Она будет работать во Владимирском экспоцентре до 7 марта.